Ладно, я сейчас пойду на улицу. Эти рубашки. Странно. Какая разница. В магазин я не буду заходить, потому что там... А если там не будет никого, то нормально. Кофе не буду пить. Короче, я всякую чушь несу просто сейчас. Как какая-то бьюти-блогерша, которая всякой мелочи несет в свою жизнь. Еще интересно. Неужели я еще могу снимать? Да, я еще, кажется, могу снимать. Можно подзарядить.
Городские дни, по-моему, Фреско, мне кажется, он был, он пришел в самый такой благополучный район этого города, Красноярска, фотокамерой, ну, с видеокамерой, и там, где были плитки, он сказал: «Эй, хочешь, я нарисую тебя с двумя сексуальными, ну, на их языке он называл их телочками, двумя женщинами красивыми, каким-то подростком, ну не подростком, но с какой-то там, хочешь нарисовать двумя сексуальными, типа как твой кумир там, на обложке, рэп, диско, ну вот такое, ну давай, давай, проверим, если ты не нарисуешь, я разобью твою камеру, типа все такое». И он такой нарисовал, классно, прямо черты лица, портрет офигенно нарисовал, и тот своим друзьям похвастался и сказал: «Этот человек нарисовал». И так бы он всем нарисовал. А потом они бы сами стали рисовать, реально. И так бы они стали заморозков и стали бы художниками. И они бы перестали быть отморозками, они не стали бы больше нападать на людей и так далее. Понимаешь? Можешь вырезать это и распорсить. Желательно это распорсить везде. Потому что я сам так примерно делаю, только я не умею так, я пейзажи просто рисую по наитию. Но это тоже такое же действие оказывает. Уж поверь. Полицейские. Довольно, но пришли неизменно, и реально можно изменить это общество. Вот я хочу, я бы хотел научиться рисовать автопортреты, но не для того, чтобы просто рисовать автопортрет. Но я умею рисовать, я просто мои все автопортреты, ой, портреты людей выбросили, которые я рисовал офигенно. В Суриковском училище проклятом. Короче, слушай мои обращения. Я просто рассказываю, вырезай вот эти моменты, где я говорю про Жак-Фреско, что он мог бы сделать, что я мог бы сделать, чтобы не было отморозков. Это тебе выгодно. Ты живешь в этом обществе, ты можешь столкнуться с отморозком, который причинит тебе боль, отнимет у тебя все. Но если он со мной порисует, он станет добрым человеком, он не будет тебе ничего делать, понимаешь? Не будет тебя обзывать, сказать, унижать, травить. Понимаешь? Это тебе выгодно. Выгодно тебе и родителям, и всем нам выгодно, россиянам, русским людям выгодно, всем людям в любой стране это выгодно. Почему вы меня игнорируете и меня гнобите, и травите, и меня просто втаптываете в грязь, что я все время один. Я никто. Я никто.